Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юля, и вы на канале о вязании. Сегодня у нас 25 сентября, и я хочу показать вам, как мне удалось продвинуться по моим проектам. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной. Я знаю, что вам многим интересно такие видео смотреть. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Возле подписаться нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео. Также хочу вам посоветовать взять чашечку кофе, чая или ваше любимое вязание, и мы с вами поболтаем немного. Но перед тем, как приступить к моим проектам, хочу вам напомнить, что завтра состоится розыгрыш призов. Кто принял участие, приобрел билетики, пожалуйста, убедитесь в том, что ваш билетик стоит возле вашего имени. Как это проверить? Сейчас появится подсказка в верхнем правом углу. Можете нажать на нее сразу или же по окончанию этого видео. Она все равно там будет. Вы окажетесь на том видео, где проходил розыгрыш. И внизу в первом комментарии будут все номерки. И посмотрите, есть ваш номерок, если вы его оплатили или нет. Это очень важно, сделайте это как можно скорее, потому что завтра уже будет розыгрыш. Постараюсь ближе к обеду его провести. Ну, а мы приступаем, дорогие девочки. Вы сейчас перед собой видите свитер мужской. Он может быть и женским, если вы захотите связать его для себя. Я вяжу мужской свитер для своего отца на размер 52. У нас на канале уже есть две части. В первой части я даю расчеты, реглана, ростка по этому свитеру. И вторая часть мы с вами набираем петли на подрезы. То есть все это вы можете связать элементарно просто. Я очень подробно все рассказываю, когда даю расчеты. И показываю во второй части, как я поднимаю петли на подрезы. Что мне осталось? У меня уже тело все связано. Смотрите. Вот какая красота. Закончила вязание резиночкой 2 на 2. Она плавно перетекает с узора. Вот вам видно. Также здесь сделано по горловине. Тоже видно вам, что горловина резиночкой 2 на 2 связана, и она перетекает плавно в узорчик. Очень все аккуратно. Здесь тоже все красиво, как я люблю. Свитер вяжется из пряжи Элизе Альпака Твит. Это новинка от Элизе. И на данный момент это моя самая любимая зимняя пряжа. С бюджетной, конечно же. Эту пряжу мне прислали с интернет-магазина Вязанка. Активная ссылочка внизу в описании под видео. То есть, нажав на эту ссылочку, вы сразу окажетесь в этом магазине. Сможете выбрать пряжу, которая нравится вам. Так, в 100 граммах 250 метров. Цвет 688. Спицы рекомендуют от 4 до 5, крючок от 2 до 4. Состав 15% шерсть, 15% альпака, 5% вискоза, 65% акрил. Ручная стирка, горизонтальная сушка, глажка на единичке. Это твидовая пряжа, очень красивая. Мне безумно понравился этот цвет. Довольно-таки ворсистая, я уже говорила в прошлых видео. Ну, мне нравится. Она мягкая, колкость есть. Не устаю напоминать, потому что каждый раз спрашивают, колется она или нет. Но для кардиганов и для мужских изделий, для носочков она классная. Вот такие вкрапления. Ну, я же о ней говорила. Так, и покажу вам образец, который я вязала перед тем, как начинать вязать свитер. Вот так она выглядит. Мне очень нравится, смотрите. Так. Рекомендую вам эту пряжу, если вы вяжете с бюджетной, вам понравится. Если кому-то будет интересно, вяжу на спицах номер 4. Резиночка, если не ошибалась, вязала на спицах номер 3. Ну, а все остальное полотно вяжу на спицах номер 4. И вот здесь тоже вязала на спицах резиночку номер 3. Закрывала резинку своим любимым способом с помощью накида. У меня есть подробный мастер-класс. Получается эластичный очень край, он не стягивает изделие. Вот здесь будет подсказка на мастер-класс, очень подробный, понятный. Вы с легкостью будете закрывать резиночку. Вот видно вам, что
Можно гармошечкой делать и хорошо тянется. Думаю, что сегодня приступлю и за дня два уже будут рукава готовы. Он сидит свободно, прям тело не облегает. Я отцу говорила, что это не водолазка, чтобы облегала, поэтому свободненький свитерок получился. Сейчас скажу вам ширину. Ширина изделия 58 сантиметров. Да, 58 сантиметров. Вот так. И вот так выглядит спинка. Полностью связана лицевой гладью. Я думаю, что здесь ничего другого не нужно. Очень красиво. Твидовая пряжа смотрится в изделии. И вот так выглядит резиночка. Можно для этой пряжи взять спицы и 3,5. Тоже будет очень хорошо. Так, девочки, вот что мне удалось повязать за эти дни. Ну, я думаю, что немало. Итак, девочки, смотрите, какая красота. Это моя чайка. Мастер-класса не будет. Тоже многие спрашивают. Я сама вязала по мастер-классу. Это словесный мастер-класс Кондратьева. И более подробный, порядный, точнее, очень подробный, это Мариночки. Ссылочки внизу в описании под видео. Выбирайте, какой мастер-класс понравится вам больше, вяжите по нему. Так, что у меня здесь? Тело чайки уже связано, я уже вам показывала. И связала один рукав. Смотрите, вяжу из пряжи. Серый цвет, это 21-й, Lana Gold Fine. И с пайетками, это Elize Angora Gold Star. Так, в 100 граммах 410 метров, цвет 57-й. 67% акрил, 17% шерсть, 11% полиэстер, 5% пайетки. Спицы рекомендуют от 4 до 5, крючок от 3 до 4. Вяжу на спицах номер 4. Помните, что я говорила, мне этой пряжи не хватает файна. Я решила сделать вот таким образом. Связать длину рукава из пряжи с пайетками. Мне кажется, неплохо получилось. Они широкие идут и здесь присобраны. Прям вплоть до запястья. Очень плотненько сидит по запястью. Мне нравится. Вот какая красота. Смотрите. Пайетки идут в цвет пряжи. Подняла 6 петель на подрезы. Вот так это у меня все выглядит. Но здесь нужно подтянуть вот эту ниточку. Вот так. Думаю, неплохо. Сделала несколько убавочек и потом начала вязать по прямой. Без убавок, без ничего. Провязала нужную высоту рукава. Потом связала полую резинку и закрыла петли. Вот что в итоге получилось. Мне нравится. Осталось связать второй рукав уже на круговые спицы. Это спицы, кому интересно, Knit Pro, Symphonia Wood. Тросик 40 сантиметров. Уже набрала петли рукава. Подрезы набрала. И буду вязать пока что по кругу. Делать убавочки. Первые 8 рядов провяжу бордовым цветом. Потом повторю серый цвет. Два ряда бордовым, два ряда серым, и все остальное будет бордовым цветом. Мне пока что нравится, что с этого всего получается. Пишите ваше мнение, пишите ваши комментарии, нравится вам или нет. Ну, мне кажется, это наилучший вариант, потому что он мой. Как можно было не покупать пряжу и сэкономить свой бюджет? Вообще супер, очень красиво. Тоже вязала на спицах номер 4. На днях должна закончить второй рукав. И думаю, что у меня будет за этот месяц 3 готовых работы. Да, 3 готовых. Это чайка, потом джемпер для отца и джемпер для моей младшей дочки. Сейчас я вам его покажу. Так, и третий мой проект, который я двигаю понемножку, это джемпер для моей младшей дочки. Связан он на возраст 6-7 лет из пряжи Газал Баби Вул, малиновый цвет или ярко-розовый. Точно вам номер не скажу, потому что не хочу уже доставать целую упаковку, а вот эти моточки у меня
уже идут без этикеток. Так, девочки, помню, что обещала вам ажурную кокетку регланом снизу вверх, но я подумала, а точнее, когда у меня был перерыв между процессами, мне не было что вязать, и я решила не вязать здесь ажурную кокетку и просто для своего удовольствия вязать джемперочек лицевой гладью. Понимаю, что он очень и очень простой, но ажурную кокетку здесь будет вязать мне на камеру очень сложно из-за того, что здесь пряжа тонкая, вяжу на спицах 2,75, если не ошибаюсь, это Чиагу. Так, и будет много рапортов. Этот мастер-класс, как для меня, будет бесконечен. Для вас он пройдет полчаса, а для меня будет бесконечным, потому что очень много времени потратится. И я хочу вам сказать, что вот эти болтологические видео мои больше набирают популярности, нежели мастер-классы. Я соглашусь, да, может, мастер-класс плохой, но все равно мне проще снять болталку, нежели мастер-класс. Может, подберу другую пряжу в ближайшем будущем, и мы все равно с вами свяжем ажурную кокетку. Так, что я хочу вам сказать. У меня уже была связана высота давным-давно. И недавно связались два рукавчика. Два рукавчика связались очень быстро, буквально за один вечер, потому что вязала два рукава одновременно на круговых спицах. Это классный способ, попробуйте, и очень-очень простой. У меня тоже есть мастер-класс, вот здесь будет подсказка, нажимайте и переходите, учитесь вязать два рукава одновременно. Так, и тут обычные регланные линии вот так, состоят из двух петель. И делаю убавочки в каждом втором ряду, как обычно, стандартно. Также отвела по 4 петли на подрезы. Вот так это все выглядит. Можно ниточку дополнительно не пускать, не тратить. А вот такие булавочки классные. Они мне пришли в наборе с крючками, которые я заказывала на китайском сайте Banggood. Да. Вот. Классные наборы, могу вам порекомендовать. Если вдруг у вас возникнет вопрос, какой же это набор, пишите, я вам покажу в следующем видео. Ну и вот, что мы имеем. Думаю провязать регланную линию высотой 14-15 см и закрывать горловину. Резиночку тоже хочу связать 1 на 1 с помощью скрещенной лицевой. Все, девочки, в принципе, здесь нечего рассказывать. Теперь я вам расскажу о своем разочаровании. Так, это перед вами находится джемпер, который я вяжу для своей старшей дочки, регланом сверху вниз, но сейчас не о нем. Я начинала снимать мастер-класс по вот этому узору вам, ажурному, и недавно показывала, что купила себе спицы, именно купила, мне их не присылали на обзор, лике, 2,5. Это идеальный размер спиц для пряжи Газал Baby Wool. И что вы думаете? Я оставила свое вязание. Конечно, да, виновата я сама, на диване. Мне удачно их помогли сломать. Я не провязала ими даже недели. Мне очень жалко. Но пусть будет. Пыталась их как-то спасти. Так, вот вам видно. Вот это место. Вот оно. Я склеила клеем с кристалл. Потом пилочкой подпилила. Но я понимаю, что вот такого качества этих спиц не добиться никакими манипуляциями другими, что просто их нужно выбросить. Это классные спицы, реально, девочки. Но хочу вам сказать, если у вас есть дети, ни в коем случае не покупайте вот эти спицы, деревянные лики, маленького размера. У меня есть план купить спицы номер 4. Или хотя бы 3,5. Но уже покупать 2,5 не буду. Лучше я куплю Чиагу, но не лики. Это была моя ошибка и только моя. Поэтому вот моя такая рекомендация. Если вы вдруг хотите заказать лики, заказывайте от троечки, не заказывайте 2,5. Пока что не выбрасываю, хотела вам показать, что бывают вот такие разочарования. Нужно думать перед каждой покупкой. Буду заказывать Чиагу 2,5, а уже перед Новым годом сделаю себе подарок и закажу лики 4 или 3,5 номера спиц. Так, девочки, вот на такой не очень хорошей ноте я с вами буду прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Вы мои самые-самые любимые, самые ценные.
Много вам готовых работ, вдохновения. Помните, что все в мире связано. И пока-пока, девчонки.